Совсем скоро на телеканале СТС состоится премьера сериала «Инспектор Гаврилов». Это новый российский комедийный сериал о рецидивисте, который становится блюстителем порядка маленького провинциального городка. Рецидивист Саша Медный всю жизнь был связан с криминалом. Устав от этой жизни, он решает начать все с чистого листа. Но перед этим Медный все-таки соглашается на последнее ограбление. Правда, все идет не так, как изначально предполагал Саша. Скрываясь от преследования, на поезде до Владивостока Медный забирает документы неизвестного, берет совсем другие, имя и фамилию, а также рабочую форму. Все это, конечно, принадлежало совсем другому человеку, его соседу по купе. Теперь Саша Медный становится майором Гавриловым и из мошенника перевоплощается в блюстителя порядка, заняв пост начальника полиции маленького провинциального городка. Медный меняет привычный уклад от жизни жителей поселка, переворачивая его с ног на голову. Главные роли в картине исполнили Виктор Добронравов, Екатерина Стулова, Наталья Земцова, Денис Власенко, Алексей Демидов и другие. Премьера сериала «Инспектор Гаврилов» состоится в 2024 году. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.